Дамы и господа, ну вот и настало время представить вам главный бой нашего турнира. Десятираундовый поединок в суперлегком весе до 63,5 килограмм. Когда ты работаешь со спортсменом, ты изучаешь его психологию. Каждому находишь свой подход. Последний бой, считаю, самый такой был эмоциональный и зрелищный, потому что был у меня хороший оппонент, с которым мы проводили бой. So I want to offer come bosses. Every sport is a training. So every time I'm training. Синий угол ринга встречает и бойца из Ганы, город Акра, Майкл Анса. Выходит уже достаточно возрастной и, самое главное, очень опытный боец. Он бывший чемпион Африки в профессионалах, чемпион своей страны. Серьезный послужной список, да, много поражений, но при этом много побед. Он должен был драться за титул Боксерского союза Западной Африки, также должен был драться за пояс чемпиона Британского содружества, но ни тот, ни другой поединки так и не состоялись. И в итоге вот чемпион своей страны. Это главный титул пока в карьере Ансы. 23-10 при двух ничьих. Красную угол ринга встречает его соперника из России, город Новосибирск, Иван Козловский. Теперь черед поприветствовать Ивана Козловского. 5-0 его профрекорд. Пока все идеально. Ему всего 25 лет. Он уже становился чемпионом WBC International Silver. Он уже становился чемпионом Азии по версии WBC. Так что Козловский силен, крут. Уже успел завоевать пояса. Его уже любит публика. А ему всего 25, повторюсь. Только-только начинает. Мир вокруг меня, один жестокий пранк, и мой карточный домик разлетелся в пух и прах. Слишком много разочарований. Уважаемые дамы и господа, итак, представляю вам участников главного боя вечера бокса в Москве. В синем углу боец из Ганы, город Акра. Ему 32 года, рост 172 сантиметра, вес 63 килограмма, 950 граммов. Профессиональный рекорд 35 поединков. 23 победы, 17 одержаны нокаутом, 10 поражений, 2 ничьи. Майкл Анса! Его соперник в красном углу из России, город Новосибирск. Ему 25 лет, рост 175 сантиметров, вес 64 килограмма, 50 граммов. Профессиональный рекорд 5 поединков. Во всех одержаны победы, 2 победы нокаутом. Иван Козловский! Рефери боя Сергей Летунов. Джентльмены, Козловский, 23 победы, 17 из них нокаутом, и оправдывает таким образом свое прозвище «One Bullet», вырубает одним ударом. Ваня, 25 лет Козловскому Анса. 32-летний, постарше, но при этом у него только нокаутов в карьере, только побед нокаутами больше, чем у Козловского боев в 3,5 раза. Олимпэт поможет начать бой. Активируй промокод «Удар» при регистрации и получай повышенный welcome бонус до 2000 рублей. Бой проходит в супер легком весе. 63,5 килограмма плюс-минус.
спортсмен из Ганы, явно заряжен. Сейчас переигрывает его Козловский на скорости хорошо. 10 раундов. Именно такой формат. Какие размашистые удары от Козловского мы видим. Рано или поздно он попадет. В интервью перед этим боем говорил Анса, что обязательно будет у него момент, когда он донесет свой удар, и этот удар все закончит. Спокойно работает Козловский. Держит дистанцию. Никуда не торопится. Пристреливается. Пытается приметить цель. Хорошо попадает на контратаке. Только раскрылся Анса, и вот удар прилетает туда. Жестко вкладывает сейчас Козловский. Перевел с головы на корпус. И видно, что неприятно было попасть в изганы. Снова и снова. Сейчас, правда, отшатнулся так неудачно после своего же попадания. Козловский. Такое ощущение, что каждое попадание Козловского, даже не самое амплитудное, да, оно потрясает бойца из Ганы. Ну, существенно, существенно. Заряжается как надо. Козловский решил не экономить энергию, не беречь силы. Всаживает прямо в первом же раунде. Причем сложно считать успешные атаки его соперника. Все проходит под диктовку именно Ивана. Очень хорошо чередует удар в голову и в корпус Козловский. Запутывает он оппонента. Ганец просто не успевает реагировать вообще ни на что. За одну секунду Козловский работает просто на другой передаче. Все время на шаг впереди. Анса сейчас вообще не достает. Зарядился сейчас Анса, но мимо. Причем мимо очень далеко. Ну и выпад его был довольно замедленным. Было так очевидно, что не долетит рука. Здорово держит на вытянутой руке буквально Козловский. Соперник тот не успевает подойти. И реагировать опять же на эти удары ему все сложнее. Ой, между рук пролетел удар слева. Пытается все в блок встречать. Майкл. Ансо очень крепкий. Его очень тяжело нокаутировать. Всего несколько поражений нокаутами. Обрабатывает корпус, еще и апперкот туда вставил. Конец комбинации. Ух, сейчас. И Анс успел, но при этом какая-то единичная история. Ну, видно, да, что заряжается на один единственный удар Анса, рассчитывая на ошибку Козловского. Здесь,
А Козловский продолжает уверенно, в хорошем темпе обрабатывает. Разные ярусы, разные этажи. Уходит. Отличный футворк. Сколько уже ударов по корпусу, ведь всего лишь середина второго раунда. Сколько уже ударов по корпусу всадил Гансу Козловский. Ну, Козловский все контролирует, очень спокойно. Не боится даже где-то иногда в углу оказаться зажатым. Знает, кто точно уйдет, ускользнет. Без лишнего ущерба. У него каждый раз получается. Ой, как поймал. И чуть-чуть заплясал, буквально несколько лишних шагов сделал Анса, но при этом после такого удара, то, как быстро он восстановился, это настоящий подвиг. Хотел сконтрить Анса, думал, что успеет попасть. Ой, опять Козловский был быстрее. Подошел, ищет свое счастье, попадает с левой руки. Пытается Анса идти первым номером, пытается чуть поддавить. У Козловского не дал. Долго он продолжаться, снова перехватил инициативу. 15 секунд до конца второго раунда, и совершенно очевидно, что Иван забирает и его тоже. Сомнений быть никаких не может, встретил в корпус. Чуть-чуть прибавил в активности Анса, пытается донести удар справа. Удар это мощный, но легко перекрывается от них Козловский. На очередной тяжелый раунд предстоит Майклу Ансе. Второй раунд уже не был таким разгромным, как первый, но в любом случае за Козловским. И Козловский впереди с большим запасом. С запасом и по скорости, и по всем фронтам. Можно, в принципе, не вдаваться в подробности. Все сами видят. Это не тот поединок, где есть о чем поспорить. Основа доминирования Козловского – это контроль дистанции. В этом плане он просто безукоризненно действует. Пользуясь своими габаритами, вот сейчас едва не залетела правая рука Ансы. Она очень опасна. Еще раз напомним, 17 нокаутов, 23 победы. Вот провоцирует так Ансы. В надежде, что окажется рядом с Козловским, тот ошибется. И какой-нибудь вот боковой, вот этот смертельный от Ансы все-таки залетит в цель. Пропускает Анса, но успевает перекрыться в конце этой комбинации. Блок на месте. В Ганса. Навстречу. Очень хорошо правую засунул Козловский, но периодически вспышки активности в исполнении Майкла Анса они немножко пугают. Но опять же, да, вот так в технике очень серьезно Козловский переигрывает. Спокойно, можете позволить стоять у канатов, ждать атаки от Анса, чтобы сконтрить на скорость его. Точнее попасть по нему и потом спокойно улизнуть. Вот как сейчас. Просто размашистая левая прошла перед глазами у Козловского. Пока все смотрится так, как будто бы спортсмены на разных уровнях. Хотя Козловский только начинает свою профкарьеру, а у Анса в 6 раз больше боев уже. Да, но при этом серьезного пороха
кроме как на региональной сцене, Анса практически не нюхал. Говорил я о том, что было у него несколько серьезных боев запланировано, в том числе и за пояс британского содружества, но так и не сумел он выступить. Спокойно обрабатывает Козловский. Опускает руки уже так. Пытается играть. И с соперниками на публику. Ой, как хорошо. А Анса мажет. Мажет раз за разом. И вот один из таких провалов абсолютно точно Козловский использует. Сейчас контрил атаку Ансы. Козловский правым хуком цеплял его сам. Да. Козловский смотрит феерично. Три раунда из 10 позади. Не так уж и много вариантов для Ансы здесь вообще. Как-то перехватить инициативу. Пока, я думаю, он может рассчитывать только на шанс панчеры, чтобы где-то как-то всадить что-то смертельное. Ну, даже по интервью Анса понятно, что он рассчитывает на шанс панчера. Но посмотрите разницу в скорости. Классная работа от Козловского. Даже уже по итогам тех раундов, которые мы видели, это лишь малая часть поединка. Можно сказать, что разница в уровне здесь очень серьезная. И в боксерской подготовке тоже. Улыбается Козловский. В охотку ему работает. И судя по тому, как все продолжается, я думаю, что будет только прибавлять его. Активно подсказывает угла Ганса. Хотя, чтобы он был чуть поактивнее. Ну вот, наконец-то, да, вроде в корпус правая зашла, левая уже в голову по блоку. Снизу опять там поддел. Рванул после 20 атаку и на секунду оказался на колени, но... Да, все-таки считают. Улыбается Анса. Ну, справедливо, на самом деле, рефери считает, потому что после удара оказался третьей точкой на конвасе Анса. Это нокдаун, даже если не был потрясен боец. Пять. Разряжается Козловский. Дает подойти, ждет. Перекрылся сейчас. Ну, явно. Вот он, выстрел снизу, апперкот. Чуть-чуть застоялся у канатов Козловский, но мы привыкли уже видеть в этом поединке такие действия в его исполнении. После этого он очень здорово контратакует, здорово уходит вправо, влево. Да, для него эта зона как будто бы не особо-то проблемная, да? Он готов пригласить соперника, посмотреть, что же он может, ну и попытаться его переиграть. И стабильно у него это получается, как вот сейчас. Заставил провалиться. Да, когда Анса вроде бы берет инициативу на себя и зажимает соперника у канатов, у него больше шансов раскрыться. И этим пользуется Козловский. Одна минута до конца четвертого раунда. Тут всего будет 10 раундов. Это самый у нас длительный поединок в этом карте. Два жестких удара. Через блок прямо орудует Козловский. Не щадит соперника. Еще в корпус. Ну, Анса пока вполне нормально держит все, что ему предлагает Козловский, но при этом отдает все раунды стабильно. Ой, как ловит справа на сближении. Рванул вперед Анса и пропустил боковой. Когда перекрывается Анса, потом поднимает глаза, уже впереди, просто перед ним соперника нет. Настолько быстро ускользает Козловский. Последние 10 секунд четвертого раунда. Хотелось бы верить, что это важная концовка, но по сути нет, потому что путь стоп-гол российского боксера проходит все раунды, и здесь даже зацепиться особо Гансу не за что. Шесть раундов, кстати, там еще посмотреть.
Даже любопытно, сможет ли что-то противопоставить Анса еще впереди? Будут ли у него успешные эпизоды? Давайте посмотрим тот момент, который закончился нокдауном. Да, вот здесь присел на секунду. После правого бокового присел. Видели повтор. Пятый раунд по счету. Четыре удара с передней руки зашли просто как к себе домой. Очень легко. Комбинация. Тут же уходит в сторону. Хорошее попадание слева. Очень жестко. Включается Козловский. Но видно, опять же, форсировать он на 100% не хочет. Боится контратак. Ну, видит он, что крепкий соперник, так просто его не пополам не сложишь. Поэтому чисто фехтует, работает, но работает так, чтобы ни у кого не было никаких вопросов по ходу этого поединка. И вопросов быть не должно, Козловскому уж точно. Не насыпая, говорят сейчас Козловскому. Просит поосторожнее он все-таки был. Анса ждет. Анса ждет того шанса, когда можно будет своей правой попасть. Волшебной правой. Стал чуть больше мазать Козловский. Хорошо, в корпус слева. Сколько же ударов в корпус уже пропустил Ганец? Вот Анса на самом деле тоже эволюционирует уже по ходу этого поединка. Да? Он не зажимает у канатов, как раньше, Козловского. Держится чуть поодаль. Ух, сейчас такого он точно не ждал. Ушел головой, улизнул справа снизу, успел вставить. Вот предложение зарубиться от Анса. Ловит его тут же в корпус и сделал шаг назад после этого. Анса явно прочувствовал. Сейчас левая проходит по блоку. Динамика очень высока у боя. Очень низко держится и уходит от всего сейчас просто. Филигранно работает Козловский. Мы смотрим какой-то мастер-класс просто. Но у Козловского интересная семья. Там сплошь мастера спорта по боксу. Мастера спорта международного класса. Поэтому там самых пеленок было понятно, кем же он станет. Да, династия знатная. Ну и Иван тоже оправдывает фамилию. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought. No flow rain was I'm pouring down. See that pain was all around. See my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn. Flow was cool but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this. За отведенную минуту чуть подышал Анса. И видно, что с новыми силами так вышел на шестой раунд. Вторая половина, кстати, этого боя сейчас только что стартовала.
вышел Анса для того, чтобы искать по-прежнему возможности для удара своей правой, но в итоге ищет свои возможности Козловский. О, действительно попал, действительно попал. И хоть показывает Анса, что нет, он в порядке, но при этом сам же присел, добровольно. Но взял время на восстановление. И интересный, конечно, был эпизод, потому что крикнули, да, с трибун «попал». И после этого с секундным лагом Анса опустился на колено. Нужно было время, чтобы ощутить всю мощь удара, весь тоннаж принять на себя. Ну и понял Козловский. Разнос сейчас Козловский, два в голову, пошатнулся Анса после них. Сейчас так хорохорится, делает лично все в порядке, но... Козловский понял, что можно сейчас дожимать. Да, разница в скорости и в технике настолько велика, что буквально раскрывается для удара Анса и получает туда. Обрушивает страшный удар сейчас Козловский. И идет на все деньги сейчас уничтожать. Ух ты! Раз за разом эти попадания проходят. Да, если в прошлый раз проблемы были после удара по корпусу, сейчас уже проблемы начнутся от пропущенных в голову. Жесточайшим образом Козловский разряжает серии в голову. Снизу блок был на месте, но даже после этого удара сразу пошатнулся. Да, шатает Анса. И что, неужели останавливает? Да, вот Козловский одерживает очередную победу профессионала. Но это был конкретный разнос. Сейчас Козловский уже просто... Ему было плевать, есть руки у подбородка или нет. Он прямо через блок пробивал так, что Анса шатался даже с поднятым блоком. Жесткая концовка, жесткая, но красиво, конечно. Реальный мастер-класс от Козловского. Просто с открытым ртом можно было наблюдать за тем, как он деклассирует своих соперников в каждом раунде. Да, ну и, конечно, осталось нам только пожелать удачи Анса в дальнейшей карьере, потому что много километров он преодолел для того, чтобы выступить сегодня в мейн-эвенте. И, конечно, выступил невзрачно, будем честны. Крепкий боксер регионального уровня с хорошим нокаутирующим ударом, но не более. И вся карьера Ганса это подтверждает. Okay, now maybe I'm silly, cause I want you to trip. Yeah, I be on that shitty. You should see when I'm stunting, I flash the stones to be button. Push the grips to be rolling, you can tell that I'm hollering. I'm just doing my thing, you know the units to gang. I got my crime, you shady with me, you front, you'll have to get me off your ass. I bit a lawsuit and laugh, it's not a big deal, it's nothing but some ass. Let's go. You know, yeah, I can let you down now. I tell the club up, fuck show. This flow is gonna bring. Уважаемые дамы и господа, рефери Сергей Летюнов остановил бой на первой минуте 45 секунде шестого раунда. Победу техническим нокаутом одержал Иван Козловский! Без оговорок. Ваня, мы поздравляем тебя с победой. Скажи нам буквально пару слов. Но, во-первых, я хотел бы, чтобы мы все поблагодарили соперника. Соперника. Иван, давайте ему поаплодируем. Thank you very much. Thank you. Thank you, guys. Как ощущения? Как этот бой тебе виделся? Думал ли ты, что так же он и закончится? Всем привет. В первую очередь хочу поблагодарить своих тренеров. Это Андрея Бупаса, своего дядю Артура Козловского. Своих родных и близких, и друзей, что поддерживали меня на протяжении всей подготовки. Была большая пауза в течение полугода, и подготовка была тяжелая, привыкал к нагрузкам долго. Но в целом эта тяжелая работа дала свои плоды. Твой бой внезапно стал главным боем вечера. Нервы дополнительные, эмоции. Есть что-то такое? Ничего не поменялось, только стал выше в парах, а оппонент тот же, все рекомендации были те же, и как бы не было волнительно от этого, что у меня главный бой. Большой перерыв, полгода, теперь ты подрался. Что дальше? Когда ты готов выйти? Кого бы ты хотел, может быть, вызвать? С кем бы ты хотел побоксировать? Сейчас запало уже много, поэтому недельку отдохну и снова буду в подготовке.
готов провести декабрь месяц. Буду готов. Шикарно. Спасибо тебе большое за этот бой. Друзья, давайте еще поддержим. Ваня, пару слов, да, ты хотел сказать нам? Да, и хотел бы еще поблагодарить Серегу по физической подготовке, наш тренер. Большое ему спасибо. Подвел отлично. Шикарно. Еще раз аплодисменты. Шикарный бой. Всем спасибо, друзья, что вы были с нами. Решительно отстал от моды. Мы грешили, но другими были бы годы. Друзья, ну что ж, довольно круто у нас закончился вечер бокса. Куча нокаутов. Все главные поединки закончились невероятно быстро, невероятно зрелищно. По-моему, вечер Wild Boxing удался. Да, великолепные бои, великолепные финиши, великолепные нокауты, в том числе и вот этот. Ну а пока вы наслаждаетесь хайлайтами, после этого насладитесь замечательным пятничным вечером. С вами были Олег Володин, Давид Бухтасарян. И оставайтесь с нами в эфире телеканала «Удар». Спасибо. Спасибо. Пока-пока. Мои стихи звучат, как грустный некролог. Я упал, мне не встать вокруг никого. Враги за друзей, друзья за врагов. Каждый сам за себя, мы играем в богов. Мои крылья срезал доктор, выписал рецепт. Я вышел из окна. Дорогие друзья, вечер бокса в Большом Московском цирке завершен. Мы благодарим вас за ваше участие. Благодарим за вашу поддержку. И я обещаю, что очень скоро мы с вами встретимся вновь. До скорой встречи, друзья! Пока!